На станции «Подволошная» запустили современный комплекс по дроблению отработанных железобетонных шпал. В месяц он может перерабатывать около 15 тысяч единиц этой продукции и производить до 1500 кубометров щебня. Здесь же планируют построить инновационную теплоэнергетическую установку. Основным топливом для нее станут отработанные деревянные шпалы. Они будут практически полностью сгорать при температуре более 1000 градусов. Это исключает попадание в атмосферу загрязняющих веществ и обеспечивает высокую энергоэффективность. Котельная позволит полностью обеспечить теплом объекты станции. Поставка железобетонных шпал осуществляется от путевых машинных станций, дирекции по ремонту пути, через станцию «Подволошная» на бывшую расшивочную базу, звено-расшивочную базу подаются полувагоны к нам, выгружаем на платформы, подаем под комплекс утилизации шпал, ну и практически в день по одному полувагону, 250 шпал у нас утилизируется. Утилизация происходит с сортировкой на 4 фракции.